Я так понимаю, это еще последнее, да? И остановили разрушение всего полка римской армии. После этого продолжился статичный бой. Германцы продолжали валами группами с планом пытаться пробить римский строй. Агент пишет, что под конец дня германцы, истощившись и потеряв любой страх, в надежде окончательно переломить ход ситуации в свою пользу, предпринимали уже отчаянные попытки, буквально бросаясь на римские копья, неся при этом огромные потери, но надеясь хотя бы тяжестью своих тел и импульсом своего удара о римские щиты пробиться сквозь их строй. Но все это было тщетно. Римляне со своей стороны хоть и несли потери, однако большинство из них не были фатальными. Опять же, бронирование римских легионеров позволяло компенсировать практически любые удары и любые попадания вооружения доступного германцам. И вот, наконец, начались сумерки. Римляне помнят, что сейчас им нужно совершить некое действие, чтобы окончательно обратить противника в бегство. И несмотря на то, что их силы уже были истощены, многие копья поломаны и брошены, наконец-то поступила команда перейти к длинноклинковому оружию спада. Ее преимущество заключается в том, что все еще присутствовала возможность, как и в прежние времена принципата, пройти с действия копий, подойти на достаточно близкую, но не плотную дистанцию и наносить противнику урон в рукопашной схватке. Двигаясь таким образом, римляне, пробираясь сквозь груды тел и раненых германцев, поражали тех немногих из них, кто еще сохранял подобие строя. Наконец, после того, как по центру из флангов была перебита основная часть германской племенной верхушки, германских рексов, алеманы дрогнули и начали постепенно отходить. В этот момент Юлиан и его командиры отдали общевойсковую команду. Германцы, вместо того, чтобы организованно отойти к Аргентарату, были прижаты к реке Рейн, которая должна была прикрывать им тыл, но в итоге стала для них страшной ловушкой. Орды германцев, понеся огромные потери, спасались в беспорядке, прижимаясь к реке и пытаясь спастись вплавь. Когда римляне нагнали тех немногих, кто не успел переправиться, они добили их прямо на берегу. Однако Юлиан и его командиры, предвидя дальнейший исход событий, приказали воинам прекратить преследование противника, не заходить в реку и начать их обстрел с берега. Таким образом, многие те германцы, кто уже был в воде, но не успели переплыть бурлящие воды Рейна, а река, должен вам сказать, довольно широкая, особенно после продолжительной физической нагрузки и боя, не каждый взрослый мужчина в то время мог ее переплыть. Многие те германцы, кто не утонул в процессе отступления, были убиты залпами римских лучников, залпами дротиков и пращей. Таким образом, римляне, уступая германцам в численности практически втрое, понесли относительно незначительные потери. Около 1500 к концу дня было насчитано раненых, 243 убитых, из них 4 трибуна. То есть это высшее офицерское военное командование, равное по прежним временам званию легата. Это говорит о том, что битва была действительно очень ожесточенной. И в бой шли даже аристократы и высшие легионные командиры, включая самого Юлиана, который неоднократно возглавлял конные атаки на позиции германцев и руководил воинами не в тылу, а непосредственно пробираясь среди их рядов и отдавая все необходимые распоряжения, чем заслужил огромное признание и восторг со стороны легионеров. Они, и многие из них, уже давно не видели, чтобы ими руководил напрямую, непосредственно на поле боя представитель императорского рода, а Юлиан происходил именно из рода Константина. Неудивительно, что после этого сражения легионы Юлиана Августа фактически являлось началом мятежа. Дело в том, что в то время Августом назывался единый главный император, на тот момент им был Констанций II, дядя Юлиана Отступника,
И в целом легионы после битвы при Апинторате таким образом заочно начали гражданскую войну. Юлиана поместили на щит, и за неимением под рукой диадемы либо какого-либо декора ему на голову в качестве знака отличия водрузили браслет. Таким образом, произнеся необходимые алгоритмы, ритуалы, признав его императором августа. Однако гражданской войны не случилось, так как император Констанций II, не успев собрать должную армию, вскоре умер, и Юлиан стал единоличным правителем империи. В следующие 2 года Юлиан совершает зарейнские походы и приводит к подчинению всех алеманов, захватывает рабов, военную добычу, и на следующие 10 лет таким образом обеспечивает мир и спокойствие Рейнской границы. Для вас сегодня выступал коллектив 14-го Капитанского легиона. Надеюсь, было интересно, и вы получили огромное удовольствие от этой лекции и демонстрации. Господин трибун, стройте достойный квилитес и отправляйтесь на локацию. Я напоминаю, что у ребят на нашем фестивале есть постоянно действующая локация тематическая. Она находится прямо по движению через центральную улицу нашего фестиваля. С левой стороны розово-синий шатер. Там вы сможете пообщаться напрямую, задать свои вопросы. Все, что вас интересует по вооружению, экипировке, снаряжению позднего периода. Символики, изражений. Все сможете у ребят лично выяснить на их тематической локации. Приглашаю всех на локацию, посвященную позднему этапу военного дела Древнего Рима. 14-й Комитатский регион. Замечательный клуб, который единственный пока в России занимается тематикой позднего военного дела в духе Римской империи. Всех просим им на локацию в гости. В 4 часа у нас на ресталище состоятся показательные бои пары групп. Уже 2 раза мы переносили, но я надеюсь, сейчас переноса не будет. 4 часа. Там же будет выступление наших замечательных музыкантов. Группа «Ика».